Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Я не вижу откуда, отсюда. Ах ты, блин. Есть, вроде хариус, хариус, да? Поводок весь остальной уже грузит. А в этот? Один черт. Да ё-моё. Тут, видать, мелких, что ли, камней здесь нету. Thank you.
Опа! Хороший. Клюет, видимо, клюв есть. Давай, давай, вставай уже. Костян, у меня тоже клюет рыба. Я вижу. Че прыгай, прикинь. Значит, у той тоже клюв есть. Прыгай, значит, еще и ноги есть. Попрыгунчик. Что-то какой-то пиписечный, что ли. Нет, слушай, показалось. Нормальный. Машкой дышишь? Прям видел, как он к блесне подходил. Плавник у него разорванный. Ага, верхний. Где-то покорябался. О, у него и голова что-то вся избитая. Боевик какой-то. Угу. Башка, ну, вся избита, аж кровит. И плавник порватый. Опа! Скана выпрыгнул. Как раз тот боевик выпрыгнул. Как раз тот побитый выпрыгнул. Ага, очень жить старается. Оп, смотри, опять тут же на этом же месте. Давай, сдавайся.
Вниз сегодня тяжеловато идем. Ты еще до порогов не доехали. Долбимся очень часто. Ну зато Хариус радует поклевками. Жара невозможная. Мошки, тьма. Проскочили перекат, где порыбачить хотели. Да. Я-то не могу по берегам смотреть, я чисто на камни смотрю. Сказал, по за этим поворотом, говорю, вставай. За поворотом вставай. Я не слышу.
Что у вас там клюет? Смотри, проводил до самых скал и бросил. Малявка. Ну все, друзья, закончилось очередное выдропутешествие. Пройдено 210 километров, съедено 90 литров бензина, 3 пачки доширака и 2 пачки паштета. А рыбу мы поедим дома. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах и до встречи на реке. С вами был я, Костян, рыбак-сибиряк, Виктор Костяныч. И Тунгуска, ее приток. Все. До дому нам чуть-чуть.